Музыканты эти, композиторы, говорит он, музыку он пишет для театра, пишет он музыку. Ой, я тут хожу по музыке. Ой, как же так? А что это здесь музыка-то это, можно сказать, валяется без дела? Написать, что ли, музыку? Только вот, только как ее написать-то, а? Пишут они музыку. Я понимаю, что музыку можно сыграть. Музыку можно вот кнопочки нажимать, чтобы она звучала. Музыку можно исполнять. Музыку можно петь. А писать ты ее как? Вот прям берешь ручку, листочек бумажки, и как ты ее записываешь? Ля-ля-ля-ля-ля, тра-та-та-та-та. Ну непонятно же ничего. Ну, давай попробуем. Может, получится что-нибудь написать. Так, это у нас инструментик называется укулеле. Нет, что-то ничего не пишется. Так, и здесь. А это у нас инструментик называется гитарочка. Ой, какая-то гитарочка. Это балалайчка. Так. Не понимаю. Что укулеле, что балалайка. Все одно и то же, но одинаково же звучит. А это у нас... О, это уже инструмент посерьезнее. Так, так, укулелечка, подвинься, пожалуйста. Так, сейчас мы будем великими пианистками. И... Не поняла. Где звук-то? Тут даже не то, чтобы что-то написать. Тут даже сыграть ничего нельзя. Так, надо разобраться, что это за инструмент такой. Тоже какой-то бесполезный. Бесполезного не потерплю в нашем театре. Доминик, ты не знаешь, что это за бесполезная штука там стоит?